Сотрудники наркоконтроля УВД Гомельщины совместно с коллегами из Мозырского РОВД задержали 38-летнюю жительницу Речицы, работавшую на наркомарке с закладчицей. При ней обнаружили готовые к реализации полимерные свертки с кристаллическим веществом. Также часть психотропов изъята в Мозыре на набережной реки в уже оборудованных тайниках и дома у женщины, где она фасовала товар. Экспертиза подтвердила, что изъятое является особо опасным психотропным веществом – параметилэфедрон, общей массой более 500 грамм. Фигурантка арестована, ей грозит до 20 лет лишения свободы.